Жители Одинцовского округа могут заключить комплексный договор соцгазификации по принципу конструктора. Это несложно, нужно только подать заявку. Сделать это можно онлайн на сайте Мособлгаза или региональном портале госуслуг или офлайн в стационарных или мобильных офисах компании. При этом есть два условия. Населенный пункт должен быть включен в программу соцгазификации, а дом зарегистрирован. Тогда газ проведут до границ земельного участка бесплатно. Далее житель может подключиться сам, выбрать любую специализированную организацию или заключить комплексный договор с Мособлгазом.